Приветствуем, дорогие друзья! Канал «Ранчо на Урале», а у нас по-прежнему кипит работа с кормозаготовкой. Вот, складываем сено, вот такое сено. Под дождь попадало оно один раз, но все равно оно неплохое. Все загружается у нас в склад. Сейчас покажу. Вот у нас склад. Вот. Солнышко не дает. Вот. Там склад у нас почти полный. Вот там одна секция свободная. Тоже догрузим. А нас вот эти товарищи постоянно ходят, что-то бродят, ищут. А? Дорогие, вон, смотрите, как ваши коллеги, что делают. Смотри, они в пруду развлекаются. Бегемоты. Вы здесь на жаре паритесь. Иди давай. Бычок наш. Красотки такие, да? Все же классные. Ну-ка отойди. Вон они какие. Коконогие наши. Бегемотики. Вон бычок. Бычок! О, еще один. Вот два бычка. Остальные, по-моему, на стелке. Красавец. Помада. Как у ляшики. Хвостик. У нас белая заболела что-то. Белая похудела, вся заболела. Лечилась долго. Короче, какого-то хрена перепало. Наверное, проблема у этих парнокопытных созданий — это то, что они вот, ну, вот, например, вот так где-нибудь найдут, вот, сетка, и начинают ее есть. Вот. Едят всякое говно. Вот они, вот, я не знаю, полное поле всяких вкуснятин, а они постоянно любят какую-нибудь хрень съесть запрещенную. Вот. А мы по-прежнему. У меня тыкал все пацаны на своих местах. Николай на косилке. Рамазан на ворошилке. На айфон. Рамазан на ворошилке. Арсен на прессе. Магафуровый на КамАЗе. И дядя Олег на погрузке. То есть весь цикл у нас работает. Все разом. От косьбы до складирования сена. Вот, все одномоментно. Мне так нравится, когда так работает. Когда сразу все загружается. И можете нас поздравить. Мы наконец-то перевалили рубеж за 1000 рулонов. На сегодняшний день у нас 1018, что ли, рулонов заготовлено сено. С трудом, с боями. Но мы не унываем, нам по барабану. Как там, кто там что говорит. О, вот и сено подъехало. Кто бы что ни говорил, мы не пропадем, мы не первый раз. Вот, поэтому нормально, это просто жизненная трудность. Ничего такого нет в этом. Вот. А, кстати, вот, лайфхак. Короче, что мы в этом году замутили. Вот так колесиком всегда подправляешь один рулон себе, чтобы по ходу движения стоял. Вот, обязательно, вот сейчас мы приняли решение разгружать с дороги, вот, чтобы вы понимали. Так рулоны меньше портятся. Если вот с горизонтальной плоскости разгружать, это одно дело. Они не успевают вывалиться с кузова и портятся, сетка рвется. А мы сейчас начали разгружать, вот, КамАЗ стоит наверху, на дороге. Сейчас покажем. И относительно неплохо все. Короче, стало лучше. Вот и все. Вопрос, стало лучше или стало хуже? Стало лучше. Вот. 21 рулон вывозится одномоментно. 25 они не грузят. Новый погрузчик, точнее, новый оператор погрузчика очкует 25 грузить.
Вот, вот и все. Все сейчас. Хоп-хоп-хоп-хоп. Все целенькое, видите? Ничего не порвалось практически. Вот. Последний рулон тут немножко коцнул. Ну и потому что я снимаю. Потому что я снимаю, все время не так оно. Ну а так в целом все очень даже неплохо. Настроение хорошее, боевое, рабочее. В этот склад мы сено еще не загружали. Мы его вот что доделали в этом году. Так, я уже забыл. Ага, вот. Куда складывать? Гопрошку. Гопрошка вообще на самом деле геморройный. Геморройный процесс съемки с гопрошкой. Почему? Потому что передавать файлы неудобно. Они тяжелые. Да и вообще, все время пишут: Сагиджан, куда пропал? Давай новое видео. Вы что думаете? Мне больше заняться нечем, что ли? Работы очень много. Вы попробуйте сами заведите себе канал и хотя бы месяц продержитесь, вот два видео в неделю выпускать. Я на вас посмотрю потом. Это на самом деле огромная работа, огромный труд. Вот. Плюс материально тоже это все бесплатно не делается. Поэтому это же хобби, просто хобби. Поэтому просьба относиться с пониманием. Умников, которым просто хлебное зрелище надо. Просьба воздержаться от подобных комментариев. Всем спасибо, мы дальше поехали работать. Там что-нибудь еще снимаем, покажем. Пока процесс такой. Пока процесс, мы с головой полностью с утра до, от рассвета до заката, мы на кромозаготовке. Потому что это очень важный этап в календарном году, в жизнедеятельности нашего хозяйства. Вот, красавец. Обмануть систему, несовершенную систему посмазки цепи. Берешь термокружку, наливаешь туда масло, закрываешь масло, закручиваешь. Открываешь вот эту штуку, иди, включай. Сейчас будем пруды восстанавливать. Как восстанавливать? Усиливать, реконструировать, улучшать. В общем, чтобы долгие годы все это работало. Экскаватор, помните, да, работал экскаватор. И вот прошло уже почти полтора месяца, наконец пришел бульдозер. Вот. Маленький бульдозер мы брали, но наш земляк Флорид говорит: ну, маленький, это, говорит, несерьезно. Давай, говорит, большой дождемся. В итоге дождались большой бульдозер. Сейчас по-взрослому будем работать. Флорид, он мастер своего дела. Он вообще прям... Вот сказал, как надо сделать, все, и уходишь. И ты приезжаешь, Флорид тебя все правильно всегда понимает, правильно все делает. Приехали на танке. Усиливаем дамбу. Эй, танкисты! Поехали, держись! Так. А то колодки скрипят. Вот у этого квадрика.
только есть единственный минус. Он требует постоянно водную стихию, потому что иначе начинает вся ходовка скрипеть у этого. Смотри-ка. Чё? А? Танкист? Нравится тебе? О, чувствую, мы застрянем. Чувствую, мы сейчас застрянем. Вот такой крутой берег. Хоп-хоп. И выехали. А? Круто? Командир, куда едем дальше? Вообще нормал. Очень хорошо. Сейчас мы еще вот отсюда вот эти шишки все посрезаем. И красиво натянет Флорицию. Да, Алла? Я нашел бревно, которое грыз бобер. Бобер грыз бревно? Крутяк. Прикинь, что он рассказывает. Я тоже хочу посмотреть. Ну иди, сходи, давай иди. А я же посмотрю. Ой, решала, что ты босиком. Иди давай. Беги. Вот, босиком она, понимаешь. Для нее это когда-то была как будто преграда. Вот так она всю жизнь босиком бегает. Просто небольшое время она хотела включить девочку, доченьку. А так это вообще, конечно. Она, кстати, очень любит лошадей. Каждый день катается на лошади. Сейчас домой вернемся, покатаемся, покажу. У нас большая группа лошадей опять пришла. Нам они здесь не нужны пока. Пусть идут обратно в свою кузнецовку. Вот, они что прочухали-то? Мы же поля здесь косили. После дождей немножко зеленочка поднялась. Как поднялась? Она есть немножко. Не сказать, что прям щетина. Вот. Ну, это лучше, чем там. И они хитрожопые создания сразу приметили это и постоянно делают набеги себе. Вот. У нас здесь полуторники пасутся и так далее, там подобное. То есть на полях надо работать, уж пока не нужны. Угоняю я их обратно. Пойду через лес, короткий дорог. О, дерутся. Нет. Нет, не дерутся. Пойду через лес, короткой дорогой. Вон Алтын сбежал, который у нас, который на ударе выступал. Он у нас сбежал. Ну как сбежал? Кое-какой малай не закрыл ворота. И все. Работа полным ходом идет. Наконец-то приехала долгожданное окно. Вот окно мы ждали чуть ли не месяц. Кого ищешь? Баню эту. Тоже скоро мы ловишь, выкинем вон туда. Туда мы ее выкинем над водой. Осталось две сваи и заломились. Сейчас запилят новую. Тормоза широкий, блин. Там пластик внутри, да? Гидробор свой у нас.
Может, одной хватит? Думаю, да. Просто если я сейчас бензорезом две сделаю тут, она опять сломается. Слабая будет, согласен. Давай одной. Обойдемся одной. Печушка такая классная. Крыша все почти осталось подшить. Я давно в пятак не получал, похоже, буланой. Тебе пока все, выпускай. Выпускай. Сейчас, Игнат, подожди, пока никого не выпускай. Медведь, есть еще у тебя порох пороховница-то? Рассказывай, Арсен, что сломал? Вчера такая же проблема, как в том, как в том году. Да, бровил. Наш храповичок оборвало. В том году не было этой запчасти. Я с ней ездил на наш Иглинский весовой завод. И мы при помощи этого ремонта накрутили 1005 рулонов сена, да? Тысяч через пять оборвало храповичок. Вот. Но в том году новый уже был и приехал. Все, ты уже устанавливаешь. Я поставил. Сейчас что у тебя? Пружина осталась. И цепи. У тебя каши не хватает, веса не хватает, да? Рамазана позови, Росомаха. Давай, ты давай толкай. Так. Еще толкай, еще. Есть, еще. Так, что-то не порезьбе, что ли, подожди. По оси держи ровно. Вроде все, пошел. Ну-ка, смотри, чтоб не стрельнуло тебе по усам. Тихонько потяни, посмотри, чтоб по этому пошло. Так, эту канитель. Эту канитель обратно на весовой завод. На запас одну поставим. Да, Никас? Сегодня все переломался. Да, дядя Алик? Кардан? Никого не могу закрутить. Кардан. Я кручу. Смотри. Вот. А, о, готовлен. Сейчас, ладно. Сейчас у тебя это, есть ребята, кто помогут. Сейчас Арсен доремонтируется. Рамазан, да. Полный бак и вперед, давай, поехал. Солью питаются не только лошади, но и журавли, и вороны, и остальные живности.
Так вот, дорогие друзья, я от Кузнецовки на квадрике решил приехать. Что-то лошади от квадрика отвыкли, шугаются немножко, а так кайф. Здесь прям благодать. Заряжает конкретно. О, косяки в кучку. Вот отдельные косяки догоняют тихонько и присоединяются. Визорицы все ходят. Вот так немножко бывает иногда поиграться им. Охота тоже. Но в целом, как видите, все ходят вместе. Так что-то вот успокоиться не могут. Эй, Газар, куда побежали опять? Что-то бегает далеко. Видно, нервные они сегодня. Немного. Красота. Горы такие классные. Что, Алина, ты уже после третьего скрининга, да, тихонько набираешься энергии, правильных гормонов. Ну, классно. Что, может, нафиг нам роддом? Ты здесь хочешь рожать? Да, с тобой мы приедем, да. А? Не. Не-не-не.